Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Прошел месяц, как рассталась с парнем. В течение месяца много плакала, было плохо, не могла смириться, а теперь внутри меня просто пустота, уже не хочу плакать. Я сильнее начала скучать по нему, ничего не радует, апатия, не могу собраться, что делать? Ну, в чем здесь заключается ключевой момент? Ключевой момент заключается в том, что вы проживаете боль, на самом деле, боль потери любимого человека, вот, ну, боль потери близкого, по сути, вот, вы проживаете. И, собственно говоря, эту боль вы до сих пор прожили не до конца, вот, ну, на мой взгляд. Вы не до конца ее прожили, и ваша основная задача заключается именно в том, чтобы прожить ее до конца. Вот, потому что у психологической травмы есть несколько стадий. Вот. И, соответственно, вы находитесь вот на одной, я бы сказал, из этих стадий сейчас, на данный момент. Вот. Это первый аспект. Вот. Второй аспект. Значит, вы пишете, сильнее начала по нему скучать. Ну да, то есть тут вот получается потребность по нему, ну вот не прожита, да, не прожита и не выражена, вот, неосознанно. То есть вы не видите вот в этом смысле того, чего вы хотите. Вот. То есть то, что вы чего-то хотите, это факт, то, что вам что-то нужно от молодого человека. Это факт. Вот, но что именно вам нужно, вы пока не знаете. То есть почему конкретно вы скучаете? Вот. Что конкретно вызывает скуку? Вот этого вы не знаете. И, соответственно, наша задача заключается в том, чтобы вам помочь. Вот, помочь вам это как раз таки увидеть и, значит, увидеть, прочувствовать, во-первых. Вот, а во-вторых, значит, скорректировать так, чтобы не зависеть от того же молодого человека. Вот. То есть сейчас это больше похоже именно вот на то, что вы просто зависите от него. Вот. Ну, это не является
такой уж серьезной проблемой. Вот. Это не является такой серьезной проблемой. А если с этим работать? Вот. То есть, как бы, ну, понятно, что если с этим не работать, вот, то, ну, как бы, ничего не решится. Вот. К сожалению. Вот. Поэтому смотрите, выбирайте, думайте. Вот. Ну, на мой взгляд, тут вот в этом смысле все предельно очевидно. У вас травма. Травма у вас вызвана именно тем, что с вами расстались, вот, и то, что вам больно, это более чем нормально, вот. Повторюсь на всякий случай, да, что психолог вам поможет, это прошит, вот. Пока что постарайтесь для себя сформулировать, увидеть вот ваша скука по молодому человеку, вот, что из себя представляет, то есть что это такое, ваша скука вот по мужчине, вот. Именно что она себя представляет. Вот. На что направлена эта скука. Вот. Ну, просто вот элементарно, на что направлена эта скука. Это же потребность. Вот. По сути, это потребность. Вот. Ну, соответственно, вот какая-то потребность, вот, что из себя представляет эта потребность, это вот очень было бы здорово увидеть, вот, и было бы здорово это как-то заметить, а дальше уже решать, что с этим делать. Вот. То есть, ну вот, пока что вот, на данный момент вы, конечно, пребываете вот в таком потерянном несколько состоянии, я думаю, что, ну, я не думаю, что вы будете с этим спорить, да, что вы пребываете в таком потерянном состоянии. Вот, но, тем не менее, такой вот тут момент. Вот. Ну, опять же, вот, с точки зрения психологии. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.